Информация по текущему курсу рубля относительно основных мировых валют. По состоянию на 25 апреля за 1 американский доллар предлагается 61 рубль 75 копеек. За 1 евро предлагается 75 рублей 33 копейки. Рубль продолжает свое падение на фоне снижения цен на ведущие марки мировой нефти, а также заявлений представителей финансовых структур и правительства о том, что падение рубля относительно других мировых валют не окажет сильного влияния на текущее экономическое положение. Мы будем следить за курсом валют.